Способы произнесения формул, данные Элиазаром Харашем. При вдохе мысленно произносится ом три раза. При задержке воздуха произносится сама формула, например, «Господи, защищай меня всемогущие в каждом мгновении», и затем, продолжая удерживать воздух, еще 10 раз ом. При выдохе мысленно произносится ом три раза. То есть формула выглядит так. Вдох. Ом, ом, ом. Удерживая воздух. Господи, защищай меня всемогущие в каждом мгновении. И 10 раз ом. Выдох. Ом, ом, ом. Другой метод. При вдохе мысленно произносится ом 4 раза. При задержке воздуха произносится сама формула, например, «Бог, царство и сила моего сердца», и затем, продолжая удерживать, 10 раз ключевое слово «Бог». При выдохе мысленно произносится ом 4 раза. То есть, формула выглядит так. Вдох. Ом, 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 ом. Удерживая воздух. Бог, царство и сила моего сердца. Затем 10 раз слово «Бог». Выдох. Ом, 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 ом.